Здравствуйте, уважаемые участники атмосферного батла. Я Элай Гал. И я сегодня скажу вам кое-что о том, что будет происходить с батлом дальше. Во-первых, для начала мы отсудим отборочный раунд. Отсудим мы его следующим образом. Нас будет четверо, ну, судьи, то есть. Это я, Диджей Скотт, Камиль и Вова Интроверт. Отсудим каждый трек по 10-бальной шкале, то есть каждый участник получит от каждого судьи одну оценку по 10-бальной системе, от 1 до 10. Соответственно, вы получите 4 оценки, каждый из вас. Они просуммируются, и суммарный балл будет занесен в таблицу. В таблице первые 32 участника, которые получат максимальное количество баллов, пройдут, соответственно, во второй раунд. Второй раунд уже будет парный. Мы разделим вас на пары, как это мы уже уточним в дальнейшем. И у вас будет особое задание на второй раунд. И также тема. Тема второго раунда атмосферного батла против шерсти. Да ну! Да. Ой. Против шерсти. И задание на второй раунд будет написать первые 8 строчек трека акапеллы. То есть вы либо можете их пропеть, либо можете зачитать их как стихи, но главное, чтобы у них не было никакого музыкального фона. То есть первые 8 строчек текста должны звучать просто без музыки, то есть один голос. Ну, вы можете, не знаю, делать два голоса, раскладывать в интервалы, вокал, как угодно, но музыки там быть не должно, то есть только голосовые партии. Есть вероятность, что я не успею отсудить треки, квартиру, к сожалению. Поэтому, ну, в любом случае, три судьи высадут свои оценки. Я постараюсь успеть, конечно. Соответственно, второй раунд тоже судьи отсудят без меня. И подключусь я обратно уже с третьего раунда и буду судить уже по полной. Ребят, следите за текстами. Вот, ну, старайтесь писать более-менее продуманные истории еще. Меня огорчило то, что практически никто не пошел, не последовал совету писать такие песни, которые затем можно продолжить. То есть помните, я писал об этом, и мы ждем конкретно, например, Словой от вас того, чтобы ваши треки на батле постепенно складывались в какую-то длинную историю. Ну, честно говоря, максимум 1-2 трека, из которых я слышал, можно нормально логически развить дальше. Поэтому действительно следите за текстами, следите за тем, что вы рассказываете в песне. Старайтесь сделать настоящую песню. Вот, к примеру, почти все судьи любят сторителлы. То есть, а сторителлов было очень мало. Это удивительно. Очень странно для меня, на самом деле. Потому что сторител, ну, вот на этом батле действительно вот эта подсказка такая, это залог успеха. Если будет хороший сторител, это, ну, проход вот на 70%. Это я знаю не понаслышке, еще с прошлого батла сам делал такую хрень. Ну и к тому же я жду того, чтобы все те, кто пройдут, они сдали треки на второй раунд, если пройдут треки, сдали треки, а третий... Во-вторых, поучаствовав в батле, я это выговорил, поучаствовав в батле, вы сможете привлечь к себе, ну, какое-никакое внимание, то есть, если вы будете сдавать хорошие треки, у вас появятся слушатели, то есть, к тому же, если вы далеко пройдете, там, вы, ну, обретете, там, не знаю, хороших друзей-музыкантов. Вот, к примеру, смысл жизни. Вот все мы вчетвером, например, участвовали в одном батле. И только что мы записали, например, совместный трек. Еще раз, тема для второго раунда против шерсти. Задание. Сделать первые 8 строчек акапельно. То есть без музыки. Либо зачитать стихи, либо пропеть. Но в любом случае никакого музыкального фона быть не должно. Заметьте, что качество записи совершенно не важно. То есть, ну, мне в личку часто приходили сообщения вроде... Ребят, вы можете, пожалуйста, продлить там на сколько-нибудь, потому что я, ну, у меня нет денег там записаться на студии. Ребят, не надо записаться на студии. Берите хоть диктофон, гитару в руки и пишитесь. Серьезно, вот на прошлом батле я дошел до финала, я только в финале писался на студии. А до этого я писался на встроенный микрофон от ноутбука. То есть, серьезно, вот ноутбука, вот эта вот маленькая кипочка, это хуйня, я на нее писал гитары, я на нее писал вокал. Да, еще одна новость. Немножко изменятся призы. Но, наверное, даже в лучшую сторону, то есть
Я потом распишу еще все это в графе призыви. Теперь вы сможете, например, получить и хит, и минус одновременно. Или там два минуса. Ну, в общем, графа три желания немножко изменится. Ну, появится больше как бы вариантов для выбора. Да, еще, равняйте бэки. Обняйте бэки, серьезно. Это невозможно слушать. Вот я 10 треков подряд прослушал, ни в одном не выровнен бэк. Ни в одном не выровнены бэки. Ну это, блин, ну это не сложно на самом деле. Просто открываете Cubase, смотрите по пикам и вот подвигаете. Ну, все в уроках Вова, все написано. Это очень просто. Несложно сделать. Равно потюнить вокал и поравнять бэки надо. Надо. Я научился это делать. Я год в рэпе, я научился. Все, короче, да? Ты хохол! Поздравляю, ты хохол! Взрослый и крутой! Теперь никто не посмеет назвать тебя. Все, добриваю, видео кончается. Я желаю всем удачи. Те, кто пройдут во второй раунд, пожалуйста, постарайтесь. Выложитесь. Я это слушать иначе буду, я приду вам быстрее брови. Нет, я это уже оценивать не буду, но все равно постарайтесь. Не огорчайте Вову. Не огорчайте Вову 2. Не огорчайте Вову 3. Вову 3 есть? Все. О, почеши еще. Ой, что? Все, надо равнять. Не огорчайте никого, не огорчайте себя. Выложитесь по полной, и вы заслужите свои призы. Вы добьетесь успеха, вы прославитесь. И у вас обязательно все будет круто. Поэтому старайтесь, удачи всем. Слушайте новые треки Вовы, новые треки Лая, новые треки Абулбуса, новые треки Дима Никульшина, новые треки, первые треки Диджей Скотти. Еще пойдут, короче, титры, и мы в эти титры вставим наш новый трек. В общем, да, наш новый трек. Да, наш там новый демочка, трек, демочка. Да. Бросать курить.